Третья заключительная глава книги пророка Аввакума, мой перевод, проект «Экзегет». Книга эта построена как диалог, начинается с вопроса Аввакума: «Доколе, Господи, мне терпеть и зачем мне видеть насилие?» Потом развернутый ответ Бога о том, что подожди немножко, сейчас придут халдеи, все завоюют и все станет совсем иначе. Потом возражение Аввакума: «Но зачем же так, ведь халдеи язычники, они будут поклоняться ложным богам». Потом ответ Бога: «Смотри, но и халдеев, этих язычников, я в свое время тоже покараю, израильтяне будут наказаны их посредством, но и их ждет, в свою очередь, разрушение, то есть я властелин истории». Вот третья глава – это ответ Аввакума и завершение разговора, подведение итогов в виде молитвы. Молитва пророка Аввакума на шигьонот. Это то ли мелодия, то ли какой-то музыкальный инструмент. В общем, молитва же может пропеваться, она может сопровождаться какой-то музыкальной игрой. Мы точно не знаем, что это такое, но неважно, текст ее у нас есть. «Господи, я услышал о тебе и устрашился. Господи, сверши дело твое в должный срок, да сбудется оно в должный год. Во гневе вспомни о милости». Он принимает этот суд. Этот суд, который включает в себя и разрушение для Иудеи, для его родной страны, для его народа, для Иерусалима. Но во гневе вспомни о милости. То есть, да, ты прав. Просто пусть эта правота не ограничится только наказанием. И дальше, наверное, одно из самых красивых описаний и страшных, одновременно красивых и страшных описаний пришествия Бога. День Господень, об этом все время говорят пророки. И говорят, что этот день, он вообще таит в себе опасности, потому что будут наказаны нечестивые и все такое прочее. Это вовсе не легкая приятная прогулка с Богом под ручку, где он будет давать себе всякие приятные вещи. Но здесь это описание еще и очень такое интенсивное, яркое и сложное. Идет от Таймана Бог. Тайман – область к юго-востоку, и, в общем, как солнце всходит, да, вот там гористая местность, вот более-менее оттуда является и Бог. Святой от горы Фаран. И в скобках некое обозначение, видимо, музыкального рода, когда что-то здесь пропевалось, или пауза, может быть, наоборот, была. «Покрыло небеса величие его, и слава его полна земля. Сияние от него, как свет дневной. Лучи исходят от руки его, почивает на ней сила его». Как красиво, как величественно, как приятно, да? Приходит Бог во славе, в величии, в свете. Пред ним шествует чума, по стопам его болезнь. Или пламя, там можно по-разному перевести. А что же, ничего хорошего на самом деле. То есть, оказывается, что пришествие Бога – это время суда. Время, когда много кто пострадает, прежде всего. «Он встал, и земля затряслась, посмотрел, и народы затрепетали. Вековые горы содрогнулись, древние вершины пали, потому что пути его издревле». Вот все это, что мы тут устраиваем, вся эта наша политика, экономика, культура, оно пред ним, как те самые горы, которые трясутся. И ничего с этим не поделаешь. «Я видел печаль над шатрами Куша, смятение среди палаток мадиамских». Два народа, но не очень важно, какие конкретно. Куш – это, вероятно, Эфиопия, но, может быть, и нет, Мадиам – соседний народ. «На реке ли возгорелся, Господи, на реке ли гнев твой, на море ли ярость твоя?» Странный вопрос. Но дело в том, что водная стихия в Ветхом Завете часто это стихия хаоса, это стихия того, что противопоставляется Богу. Да, если Бог связан с небом, с солнцем, то море – это противоположное. Помните в книге пророка Иона, когда он бежит от Бога Небесного, он через море пытается куда-то проникнуть, в море в результате оказывается. Да? И вот, может быть, здесь он говорит: смотри, мы всего лишь люди. Если ты с океаном враждуешь, с морем, с реками, все понятно, но ведь тут мы. Как-нибудь, пожалуйста, нас пожалей. «Ты скачешь на конях своих, на колеснице победной, обнажается твой лук, стрелы – это слова клятв». То есть, вероятно, некие проклятия от Бога, которые разят, как стрелы. «Реки, земли рассекли, горы трепещут от вида твоего, проносятся потоки вод, бездна голос подает, руки вздымая ввысь». Наверное, бездна – это, с одной стороны, то самое море, та самая водная стихия, с другой стороны, это тоже хороший образ для какого-то человеческого отчаяния, может быть, какой-то его неготовности человека принять вот это все происходящее, это его внутренняя некая бездна.
Солнце, луна застыли в своем дворце от сияния летящих стрел твоих, и молнией блестит твое копье. В гневе шествуешь ты по земле, в негодовании попираешь народы». Вот эта тема суда, она уже не раз прозвучала, и подробнее, наверное, говорить об этом не надо. Но есть и цель. Выходишь ты, чтобы спасти свой народ, чтобы спасти помазанника своего, это имеется в виду царь Израиля или Иудеи, да, то есть тот, кто несет на себе помазание, избрание и поставление на царство, и сокрушит главу нечестивого дома, с ног до макушки его обнажить. Кто этот нечестивый дом, мы не знаем. Это, вероятно, некий другой дом, то есть другая династия или другой правитель. Но здесь, наверное, намек на что-то конкретное. Вавилонский или правитель, или какой-то, ну, скажем так, конкурент, какой-то мятежный князь, который решил, что это он владыка и царь в Иерусалиме. Мы не знаем, но, в общем, ничего у него не выйдет. «С собственными копьями пронзил ты головы воинов его, когда устремились они меня разбить, чтобы, радуясь, тайком бедняка поглотить. На конях пронесся ты по морю, по многоводной пучине». Ну, то есть, понятно то, что вообще невозможно. И вот вновь и вновь море, пучина, бездна, воды, реки – это образ той стихии, которая, в общем-то, не подвластна Богу, и которую Бог попирает, подчиняет, заставляет покориться себе. «Я слышал, и затрепетало чрево мое, при вести этой губы мои задрожали, ослабели кости, шатаюсь я, но не буду спокойно ожидать, пока бедствие не постигнет притеснителей наших. Либо, может быть, буду терпеливо ждать дня беды, когда нападет на нас притеснитель». Вот он ожидает то ли того, что притеснитель будет наказан, то ли того, что мы будем наказаны, иудеи, а притеснитель нападет. Даже непонятно точно с точки зрения грамматики текста древнееврейского, что имеется в виду. Но разница не очень велика. Пророк видит в конце этой книги некую панораму исторических событий. Он начинает понимать внутренний смысл истории. И этот смысл его не очень радует. Он переживает, он страдает, он просит его милости Божьей, но он принимает этот приговор, в том числе и для своего народа. И вот в этом, конечно, удивительный урок, то, что не просто были люди, которые это писали, которые так об этом говорили, очень ведь это не созвучно тому, что мы хотим обычно слышать. Мы хорошие, остальные плохие, мы победим, мы самые крутые. Нет, пророки говорят нечто совсем другое. Мы пострадаем, мы будем наказаны за то, какие мы были. И неудивительно не только то, что эти люди были, они всегда есть, а то, что в священное писание еврейского народа вошли именно эти тексты. Они, возможно, существовавшие в огромных количествах, такие ура-патриотические, такие мажорные тексты, где как раз говорится, что мы самые лучшие. И вот чем-то они помогли, как-то они изменили сознание этого народа. «Если смоковница не расцветет, виноградная лоза не даст плода, маслина останется пуста, поле урожая не даст, не останется отар в овчарне, в загонах стад не будет». Ну, то есть просто все плохо, да? Общество-то сельскохозяйственное, то есть просто есть нечего, ни урожая, ни скота, ничего. «В Господе я буду ликовать, радоваться Богу спасения моего». Вот вывод, который делает пророк Аввакум. «Все может быть очень плохо, но я буду радоваться в Боге. Владыка Господь, вот сила моя, придаст ногам моим крепость оленя, на высоты меня возведет». И дальше некое странное замечание, которое, видимо, касается манеры исполнения этой молитвы. Ну, можно его перевести как начальнику хора на моих струнных инструментах. Что же это все-таки такое? Песнь надежды изнутри отчаяния, песнь победы изнутри поражения, песнь торжества там, где было бы уместно говорить о скорби и трауре. И во многом именно так и построены пророческие книги Ветхого Завета, вообще многие страницы Священного Писания. Именно когда все идет плохо, появляется повод для особой благодарности, для особой радости, для особого принятия даже этого плохо, потому что есть Бог, а все остальное уже не очень важно. Это была книга пророка Аввакума, и наш проект «Экзегет», и мои переводы Андрея Десницкого.